задают, значит, по документам обязательно только паспорт. Если есть возможность взять справку с банка, что есть наличие денег, справка с работы, либо там он ИП, либо у него бизнес, либо у него там совместное предприятие с кем-то, у него доля есть в бизнесе, значит, это можно все взять. Если у него собственность на жилье есть, или там земля, либо акции в каких-то компаниях, тоже можно взять. Это все косвенные доказательства, что и у него есть какая-то связь с родиной. Если остаются дети малолетние, пожилые родители, тоже можно взять документы на детей и на пожилых родителей. Но это не обязательные документы, и их может консул не посмотреть. Как показывает практика, в 98% случаев документы не смотрят эти, а просто идет разговор, верю, не верю. Вот. Ты работаешь там-то? Да, работаю. Скажи, кем ты работаешь, какая у тебя зарплата и так далее. Поэтому эти документы, если у людей их нет, то не надо их рисовать в фотошопе, придумывать, нервничать и как-то там выпрашивать у кого-то, если их не дают. Нет, значит идешь только с паспортом. Если есть возможность взять их, окей, берешь. Когда консул попросит, показываешь. Не попросил консул, ну, значит не показываешь. Вот такая вот история.